Девчонки, мальчишки, привет, привет. Что-то я присела возле не самого удачного места, но, по крайней мере, здесь кафешка открыта. Что-то сегодня все... Вроде вторник, праздник что ли какой. И чего я опять не знаю? Нет, магазин открыт. Не знаю, короче, что-то загадочная история. Жрать хочу. Время 12, первый час. Я хочу жрать вот как мамонт просто. Не знаю, что такое со мной. Ну, я потому что сегодня и проснулась в 6, и завтракала рано. Слушайте, я вчера не выходила в эфир, потому что сейчас я чуть-чуть замазала. Девчонки, кто в Телеграме и ВКонтакте, я им пожаловалась, они знают, что со мной вчера произошло. Синяков себе наставил. Был вчера травмоопасный день, поэтому я пересижу. Ну, вроде так не очень заметно, да? Ну, вроде бы не очень. Короче, попросила я сейчас этот тост. Ну, бутер с тунцом и сыром. Сейчас притащим. И кофе. Можно было, конечно, сесть вон туда, на солнышко. Но там, во-первых, солнышко, и так чуримся. Кстати, у нас погода так исправилась. Молодец. Но у меня были важные новости. Вот что сейчас пока. Пока не забыла я. Девчонки, цены опять... Дзен опять зараза. Ну ладно, Дзен-то не зараза. Mail.ru, куда я вас всех отправляла на этот тексты читать, да? Они же и вчера, я так думала, это у меня после удара случилось. Открыла Mail и не поверила своим глазам в эту почту. Прислали оповещение, что, значит, я вас так прям активно приглашала туда на статьи, да? Кто любит почитать. А на самом деле, они, короче, без предупреждений, без объявления войны вообще, они взяли и теперь объединяются с Дзеном. То есть, получается, Дзен, статьи сейчас на Дзене на канале публиковать вообще не формат будет. Они, ну, как сказать, они не дают должного эффекта, и потом их, когда публикуешь, на Mail.ru все-таки не такие строгие правила были, как на Дзене. На Дзене очень много стоп-слов. Прям вот огромное количество. И никогда не угадаешь, какое слово сработает. То есть, чтобы статью или там даже целый канал заблокировали, например. Поэтому... ¿Qué queso quieres? ¿Manchego o fresco? ¿Blanco o manchego? Manchego. ¿Qué color es, Карина? То есть, еще на выбор. Сыр какой? Манчего. Этот. Ну и вот. Я думаю, слава богу, у меня есть еще один канал. Это что значит для тех, кто был на Mail.ru? Вам кажется, вот это вроде ничего себе такое. На самом деле на Mail.ru там платили за рекламу почти в 10 раз больше, чем на Дзене. То есть, если на Дзене там выходило, допустим, ну где-то 500 рублей в день за активность подписчиков, а там именно за просмотр рекламы. То есть, вот ее показали вам, как посетителю, и за это, значит, отчисления идут. Ну, естественно, вой стоит среди блогеров, среди тех, кто писал. С другой стороны, знаете что? Вот, допустим, на Mail.ru нельзя было писать, вести как личный видео, ну, личный дневник. Как вот сейчас в каком формате? В таком формате, как личный дневник. То есть там надо было писать как просто информационные статьи. А на Дзене можно. Я на все это дело посмотрела. У меня, конечно, есть еще и отдельные каналы на Дзене, которые можно было, ну, переделать. И в запасе висят на монетке, и все. Ну, вот я думаю, туда-сюда вас всех гонять. Я, знаете, что решила вчера быстро, волевым решением? Я купила домен и сделала себе, ну, как сайт, блог, личный блог. Просто не где-то он там. Непонятно, где висит, а как сайт, личный блог называется просто. Он так и называется, ирискина.блог. Думаю, чтобы вам не путаться всякие .ru, .s, там, .com, вот эти вот. Сразу просто ирискина.блог, и все. Поэтому, девчонки, ссылки, сейчас я их подредактирую, которые под видео есть, да? Я, наверное, да, правда, закреплю в сообщении. Там, правда, в этом блоге я его вчера целый день там настраивал шаблон, чтобы удобно было. Читабельный и смотрибельный, и все на свете. Единственное, что там пока мне еще Google не одобрил рекламу, ну, то есть там заработка никакого не будет. И вот там уже я могу попросить, что в качестве благодарности автору, я там сунула, конечно, рекламку под статьей, ну, то есть вместо всяких донатов и лайк, то есть там лайк не поставишь. Ну, там можете поделиться, все, вот это, ну, кнопочки есть. Но единственное, там лайк не поставишь, поэтому там
никакой. И знаете что, я там комментарии отключила, но пока отключила, потому что очень много спама летит, и задолбишься просто чистить там эти антиспам программы всякие. Вот это, короче, лишней работы только добавляет. Вот. Но зато можно выразить вместо лайка благодарность, кликнув по рекламе. Так, конечно, делать нельзя, призывать, что кликать. Там под статьей, ну, ее видно, они помечены, эти карточки, они помечены, что это реклама. Множественное, как сказать, накликивание, оно не поможет для заработка, нет. Потому что реклама определяется там, когда пользователь заходит, его определяют по IP и все. То есть, если вы захотите мне там 25 раз кликнуть в поддержку, не надо. Лучше туда периодически заходить, там, может, раз в день, может, два раза в день, или, ну, почитать, в смысле, когда не то, чтобы там специально заходить, а просто когда что-то новенькое появляется. Почитали статью, поставили, не понравилось, не кликнули, все. Все по-честному. То есть клик на статью, ой, на этот, на рекламку, это вместо лайка, когда вы ставите, вместо комментария. За это я вам буду благодарна, а за это я буду, ну, если зарабатывать на это. А статьи, которые там новые будут, блок еще в поиск не ушел. Статьи будут новые, когда появятся материалы, я их буду делать анонсы на этом, на канале. Что вот там есть все. Короче, оставляю YouTube, оставляю Дзен, вот этот Ирискина, оставляю Telegram и ВКонтакте. ВКонтакте и Telegram, девчонки такие прям молодцы. Все подписались, все пишут, комментируют, все меня пожалели. Спасибо вам огромное, девчонки, за это. А что-то я, правда, вчера в этот... чуть не померла, короче. Но это вот такие вещи, которые вот, ну, вот нельзя в этом Дзене. Там даже слово там какое-нибудь, я даже не знаю, произнести, вот даже вот сейчас вот произнесешь там что-то о здоровье, допустим, да? Все могут заблокировать, как медицинский контент, значит, все нельзя помнить. Ну как так? Вот это как у вас работает, я не знаю. Короче, блин. А в своем блоге, если вот писать, допустим, тексты, можно писать все, что угодно, то есть без ограничений, нормальными словами своими, какие вот есть. Они что там не выдумывают, никакую автозамену и так далее. То есть можно все нормально публиковать. То есть там и на любые темы, пожалуйста, и все можно обсудить. Так что вот такие вот у нас новости. Сейчас я подредактирую все ссылки. И оставлю только то, что будет работать. Потому что я говорю, когда сразу быстро побежишь во всех направлениях, обязательно потом что-то придется переделывать. Вот сейчас будем майл нафиг. Нет, реально, а кто знал-то, никаких вообще новостей не было. Проснулись и здрастите, пожалуйста. Я так там старалась, думаю, что бы еще вам такого написать. Ну, короче, вот так, вот такие пироги. Ну все, большое спасибо, что подписываетесь, что за мной следуете. Пока-пока. Всем попозже еще увидимся. Не смотрите, как он. Сейчас я его схомячу. Прям сижу, уже слюной дам. Пока-пока. Увидимся.